Руководство «Газпромнефти» уже не раз отмечало, что экология, экономика в нефтедобывающей отрасли нисколько не противоречат друг другу, и предприятию выгодно предотвращать аварийность промышленных труб на месторождениях. Поэтому на ремонте и техническом обслуживании фонда трубопроводов здесь не экономят. Так, «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаз» проводит целый ряд мероприятий в этом направлении. Замена трубопроводов, капитальное строительство, диагностика, мониторинг скорости коррозии, очистка трубопроводов и другие операции. Целостность труб напрямую влияет на экологическую обстановку в месте добычи. И этот вопрос постоянно отслеживается. На предприятии стараются сохранить трубопроводы в работоспособном состоянии, так как это нефтяные артерии месторождения. Поэтому делается все необходимое, чтобы исключить аварийные ситуации и сохранить экологию региона. В настоящее время ведется замена подверженного коррозии участка нефтесборного коллектора в районе 14-го куста Спорышевского месторождения.